вот это у нас здоровая зона. То есть вот в этот блок больные дети, то есть те, которые с температурой, остро больные, с ОРВИ не попадают. Ремонт в филиале детской городской поликлиники номер 6 в Ленинском районе длился 4 месяца. Теперь здесь вновь готовы к приему маленьких пациентов. Встречает посетителей регистратура открытого типа. Это одно из нововведений. 17 миллионов рублей губернатор выделил в прошлом году на ремонты конкретно этой поликлиники. Еще в 3 филиалах в январе мы будем принимать результаты, так сказать, вот, работ. А в этом филиале все закончено, за исключением некоторых еще деталей, так сказать, украшающих уже. За день филиал принимает до 250 пациентов. Теперь условия для посетителей и медиков стали комфортнее. Каждому участку отвели свое помещение. Носит, промываете обильное питье. Семеном еще денька два-три, подышите, ингаляцию. Угу. Ну, мы только, да, первый день начали, поэтому сегодня еще не дышали. Для пациентов с более серьезными симптомами в филиале открылось круглосуточное отделение неотложной помощи. Врачи либо выезжают на дом к пациенту, либо принимают его в поликлинике. Неотложка была разрознена у нас в различных зданиях, в не очень комфортных условиях. Сейчас здесь сделано отдельное отделение неотложной помощи. Здесь в основном, конечно, 90%, даже больше, это выезды на дом к детишкам, которые нуждаются в оказании помощи в неотложной форме. Но бывает, что мамы приводят своих малышей непосредственно, значит, к нам, и у нас есть все условия для оказания медицинской помощи в неотложной форме прямо здесь, в этом филиале. Дизайн и цветовое решение соответствуют стандартам так называемой бережливой поликлиники. По такой же программе в регионе отремонтируют и другие учреждения первичного звена. Марина Терентьева, Виктор Щелков, Урал-1.